Депутаты Законодательного собрания области приняли изменения в закон о областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы. Увеличение региональной казны стало возможным благодаря получению средств из федерального бюджета и увеличению собственных доходов. В целом, доходные и расходные части бюджета увеличились почти на 3 миллиарда рублей каждая. Поэтому общие параметры изменяются, и доходная часть бюджета составит 47,9 миллиарда, а расходная 49,5 миллиарда. Дефицит остается неизменным – 1,8 миллиарда. В рамках федеральной целевой программы «Жилище» 111 миллионов будет направлено на строительство автомобильных дорог в микрорайонах комплексной жилой застройки. 183 миллиона рублей предусмотрено на строительство дошкольных и образовательных учреждений. Документ предусматривает выделение дополнительных средств на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей. На эти цели планируется направить 30 миллионов рублей. Ни для кого не секрет, к депутатам огромное количество обращений, и на каждом приеме практически приходят и действительно по праву требуют это государственное обязательство. 30 миллионов рублей дает нам возможность обеспечить большое количество, но по итогам 2017 года около 200 детей-сирот получат благоустроенное жилье в соответствии с нормами и в соответствии с действующим законодательством. Львиная доля поступивших из Москвы денег, больше 1 миллиарда рублей, будет направлена на строительство перинатального центра на улице Радищева. Собственные дополнительные доходы распределены с учетом наказов избирателей. Они пойдут на ремонт больниц и домов культуры в районных центрах. Так, например, впервые в бюджете заложены средства на развитие театров. Очень серьезные средства будут направлены на развитие культуры, в первую очередь театральной деятельности и на поддержку театров. Опять же, здесь хочу отметить свой родной Димитровград, потому что два театра в Димитровграде получат целевую поддержку из областного бюджета. Это Димитровградский драматический театр имени Островского и буквально недавно созданный филиал кукольного театра, который тоже находится в городе Димитровграде. В целом увеличится финансирование всех социально значимых отраслей образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты граждан. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.